Милиционер в реанимации. Нужна ваша помощь. Сотруднику уголовного розыска криминальной милиции ГУВД срочно требуется кровь для переливания. У Сергея Степаненко тяжелая стадия панкреатита. Необходимы доноры, имеющие третью и четвертую группу крови. Резус отрицательный. Желающих помочь ждут в городской станции переливания крови по адресу Московский проспект, дом 104. С 8:30 до 11 часов утра. В регистратуре станции необходимо указать получателя крови, больница номер 40 курортного района для Сергея Степаненко. При себе необходимо иметь паспорт.